это? Обозримые перспективы. Отойдите от ворот. Что? Ты слышал? Ты охренел? Это моя база. Это не база, а нехилый секретный объект. И он мне нравится. Теперь он мой. А вы в отставке за службу спасибо. Чего это? Я тебе не подчиняюсь. Ты прям как Валерия. Что заставляет задуматься, чего еще я не знаю о твоей связи с наркоторговкой? Ты на что это намекаешь, Пенда? Это перебор, Грейвс. Не надо. Не делай этого. И никто не пострадает. Ты что, нам угрожаешь? Солдат, я не угрожаю. Я рекомендую. Никаких глупостей. Я звоню Шепарду. Генерал Шепард передает вам привет. Он знал, что вам не понравится. Он в курсе этого? Он лично поручил мне довести эту операцию до конца, так что угомонитесь и не мешайте работать профессионалам. И вообще, какого хрена я тут вас уговариваю? Хватит! У меня приказ. И у вас тоже. Какого хера ты о себе возомнил, Каброн? Внутри мой отряд! Боюсь, нет. Твой отряд уже задержан. Грейвс, какого хрена? Убери, тварь! Эй, Джонни, вали оттуда! Соп, беги! Ты там? Это все большое недоразумение. Все могло быть иначе. Сукин ты сын. Найти! Высылаем к вам транспорт за пленными. Ожидайте через... Бойцов на Северную площадь, срочно! Браво, 7-1 всем. Кто слышит? Гоуст, это 7-1, как слышно! Черт, Гоуст, ты где? Это Гоуст, как понял. Джонни. Джонни, как слышно? Слышу. Думал, уже все. Если появится Гоуст, Зоб или Гасан, пусть они здесь останутся. Ты ранен? Я в порядке. Посмотрим, насколько ты в порядке. Мануэль, пойдешь со мной. Береги кровь, она тебе еще пригодится. Спасибо за совет. Сюда. Ты где? Я иду к церкви. Встретимся там. Чтобы выжить, тебе придется импровизировать. Ставь его рядом с... Грейвс и Тени устроили бойню. Ищут Гасана. Гасана и нас. Я сказал кругом! Estas calles son nuestras.
действуй. Твою ж мать. Тут ребята поймали каких-то продажных копов. Надо с ними побеседовать. Хреново. Дверь заперта. Ищи припасы. Что-нибудь, из чего можно делать инструменты. Добро пожаловать в партизаны. Ни хрена себе. Бедолага. Нашел веревку. Уже что-то. Ищи дальше. Отломал лопасть вентилятора. Обмотай лопасть веревкой и сможешь отжимать двери. Похоже, у тебя по этой части большой опыт. Многолетний. Лопасть сломалась. Дверь-то открыл? Так точно. Хорошо. Продолжай охоту. Это был не последний вентилятор. Ребенка и уводи его отсюда. Пошли. Ну, давай. Я с тобой. Тише. И что это тут у нас? Мира, тенемос мас полисия. Копы помогают картелям, да? Покажем им борьбу с коррупцией. С удовольствием, сэр. El sin nombre. Los matará por esto. У El sin nombre сейчас свои проблемы, амиго. Les cortará la maldita cabeza. Вот какого хрена? Это покажется тебе очень знакомым, Амир. Поджигай. Забери их отсюда и отведи к остальным. Нашел фонарик прямо рядом с прежним владельцем. Отлично. Но будь осторожен. Свет может тебя выдать. Ох. Какие новости? Наемники убивают всех на своем пути. Военные преступники. Мне тоже хочется совершить парочку военных преступлений. Это тирания. Так нельзя. Думаешь, нам разрешат на них поохотиться? Разрешения не нужно, Джонни. Мы сами по себе. А как насчет капитана Прайса? Прайса здесь нет, верно? Старик не сможет нас вытащить. Не в этот раз. Я сейчас никому не доверяю. Никому. Даже Прайсу. Посмотрим. Главное, научись доверять себе. Для начала. Хороший совет, лейтенант. Когда я вырасту, я хочу стать таким, как ты. Ты хочешь стать лучше меня, Джонни? И стану. Замечательно. Думаешь, я до этого доживу? Не факт.
же мать! Что это еще за хрень? Пойду проверим. Котовщина из спальни. Ничего не вижу. Подожду на всякий случай. Ничего не вижу. Подожду на всякий случай. Это та псина из спальни. Ничего не вижу. Подожду на всякий случай. Псина из спальни. Ничего не вижу. Подожду на всякий случай. Видел того пса в клетке? Здоровый. Если гавкнет, вали его сразу, меняй позицию. Не рискуй. Жестокий ты, Саймон. Что такое две ноги и много крови? Не надо. Половина собаки. Я же сказал, не надо. Обстановку. Снаружи. Переулок с воротами. Прижмись к стене и затаись. Понял. Тебя даже могут наградить. Медалью? И не одной. Фигня все это. Ты говорил, что хочешь победить. Поздравляю, ты победил. Вейн Пилахит. По-английски, МакТавиш. Извините, сэр. Иди ты нахрен. Так-то лучше. Церковь на севере города. Я устрою снайперское гнездо на колокольне. Главное, доберись туда, а дальше прорвемся. Escúchame, cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. Ты работаешь на картель? Esto es territorio de las armas. Ты любишь деньги? El dinero, hombre. Por favor, por favor. Грейвс ловит копов. Сейчас он судья, прокурор и палач. Я слишком уважаю этих парней, чтобы стрелять в Бутылка. Пригодится, чтобы отвлечь внимание. Что-нибудь заметил? Тут пока все тихо. Наркош можно вычеркивать, но меня тревожат не они. А говорил не трус. Я сказал, тревожат, а не пугают. Вполне один хрен. Нет, это вовсе не одна хрень.
А я тебе говорил, выкинешь из головы. Хочешь сказать, что ты даже не вспотеешь, если увидишь того громилу с черепом? Я его не увижу. Ну да, ты прав. Если ты его увидишь, значит, ты уже труп. Что это сейчас было? Что это было? Кинул бутылку. Сработало, как часы. Я же говорил, учись у старших, станешь умнее. Мышеловка. Кажется, я знаю, как ее использовать. Отличный спусковой механизм. Для мины или ловушки? Именно, Джонни. Не зажигательная бомба, но сойдет. Нашел какую-то химию. Смешай с воском, и будет дымовая бомба. Токсичная обманка. Круто. Мне нравится. А вот они будут недовольны. Голст, у тебя все ножи на месте? Не все. Значит, я нашел твой ножик. Часть этих трупов сделал я. Вы прошли здесь? По пути к церкви. И бросили меня? Я привык работать в одиночку. Это называется «своих не бросаем». Ты, главное, доберись до церкви. Просто хочу, чтобы ты добрался сюда живым и невредимым. Один из нас должен выжить, чтобы все рассказать. Доложить нечего. Да, понял. Каковы мои шансы? Не хочу ставить против тебя. Тебе еще идти и идти. Один есть. Круто. Забрал его ствол. Молодец. Растешь, Джонни. Джонни, выбирай оружие и цели с умом. Стрельба — это шумно. Полцарства заглушитель. Обходись тем, что есть. В этом ты и фокус. Будет мое. Ищите и обрящите. Что там у тебя? Черный порох. Отлично. Это уже интереснее. Ага. У нас убитый. Лейтенант, я собираюсь жестко поиграть с тенями. Рад слышать. Я сделал контактную мину. Хочешь мое сердце заполучить? Так и знал, что вам понравится. И правильно. Взял моток скотча. Полезная штука. Подарок завернуть? Ну, вроде того. Не выбрасывай.
Полезная находка. Лейтенант, я тут воск раздобыл. Может пригодиться. Может понадобиться. Черт! Ну давай, МакТавиш! Слабость, что ли? Да.
и слегка трясет. Грейвс пытался нас убить. Я не удивлюсь, если ты подустал. Найди стимулятор. Он придаст тебе сил. Спешны до науки. По-английски. Льет, как из ведра. Так бы и сказал. А я и сказал. Дождь — это хорошо. Он смоет твои следы. Их тоже. Сейчас нас волнуешь ты, Джонни. Так что, вы мной довольны? Я доволен, что ты жив. Доброе утро, Мексика. Черт. Твою мать, ты только посмотри. Вхожу. Понял. Бери все, что может пригодиться. Есть. Беру. Круто. Если позволите. Вот это другое дело. Гоуст. Соуп. Нашел растяжку с дробовиком. Обезвредил. Забрал ствол. Пусть он станет ключом к их умам и сердцам. Нас изо всех сил. Почему? Грейвс в этом замешан. Как бы то ни было, мы по самые уши в дерьме. Мы должны докопаться до правды. Такие проблемы решаются прицельным огнем. Сейчас мы здесь в опасности. Сейчас мы в опасности везде, лейтенант.
Пригодится. Я в кофейне. Возьми мне чай. Британец чертов. За тобой должок. И как же? Решу вашу проблему. И какая же у меня проблема? Маска. Сними ее. Показать лицо? Да, сэр. Никак нет. Вы так уродливы? Скорее наоборот. Сомневаюсь. Ищите и обрящите. Что тут у нас? Черт, заперто. Надо подобрать код. Двое. Проверить склад. Он безоружный, бояться нечего. Он из 141-й. Он и без оружия опасен. Иди налево, я проверю. Понял, выполняю. Ты здесь? Еще не поздно сдаться. Джонни, в городе полно тоннелей. Один из них ведет как раз к церкви. Предупреждаю, тоннель затоплен. Придется искупаться. С удовольствием. Двое. Проверить склад. Он безоружный, бояться нечего. Он из 141-й. Он и без оружия опасен. Иди налево, я проверю. Понял, выполняю. Ты здесь? Еще не поздно сдаться. Джонни, в городе полно тоннелей. Один из них ведет как раз к церкви. Предупреждаю, тоннель затоплен. Придется искупаться. С удовольствием.
где-то здесь. Так ведь? Выходи. Надеюсь, вы что-нибудь нашли. Все тихо. Принято. Все равно найду. Это что такое? Прикрываем! Вижу цель! Цели не видно. С этим можно работать. Живой? Пока да. Если попадешься, убивать тебя будут долго. Наемники? Или картель? Картель. Они снимут посмотри, видео. Я дам им ваш имейл, чтобы они знали, кому отправить. Я такое не смотрю. Больше одного раза. Отморозок. Он вышел!
нашел масло. Масло, бутылка и спичка. Приготовим коктейль. Нашел масло. Масло, бутылка и спичка. Приготовим коктейль. Пригодится. Лейтенант, я в баре. Любишь текилу? Сейчас бы не отказался. А я вот виски хочу. Шотландского? Я пью бурбон. Как деревенщина. Именно. Обожаю Кентукки. Да ты совсем того, лейтенант. Это точно. Если позволите. Прекрасно. Где-то здесь, правда ведь? Скажу, посмотрю.
Что это было? Все тихо. Ищите и обрящите. Это что такое? Пойду проверю. Джонни, ответь. Я нашел тоннель. Площадь с церковью на том конце туннеля. Еще немного. Ты почти у цели. Гоуст, там тени в бронежилетах. Не сворачивай. Да ну нахрен! Есть. Видишь церковь? Ага. Отлично. Ты на верном пути. Иди дальше.
Гоуст, тут все перекрыто. Попробуй срезать через магазины. Лейтенант, кажется, я нашел дорогу. Там полно теней. Я их задержу, а потом мы встретимся у церкви. Захватим машину и свалим. Понял. Задаем жару, Джонни. Осталось недолго. Враг возле церкви. Да ну нахрен! Гоуст, это был ты? А кто еще? Иди. Но отдохнуть-то надо. Гоуст, как слышно? Джонни, в церкви гости. И они не за отпущением грехов сюда пришли. Иди на ступени. Я буду там. Понял, лейтенант. С этим можно работать. А то. Полезная находка. А то. Здесь, правда ведь? Полезная находка.
а то... Ты где-то здесь, правда ведь? Soap. Нам нужен транспорт. За мной. Будь начеку. Они знают, что мы здесь, и знают, кто мы. Скоро их еще больше набежит. Контакт прямо по курсу. Вижу. Следи за переулком. Не отставай, Джонни. Соуп, впереди пикап. Фары горят. Вижу! Джонни, я поведу. Садись рядом. Ну вот, Джонни, прорвался. Мы прорвались. Держись. Чистая работа. Назад! Спасибо. Гони, я прикрою. Где это мы? Это убежище Алехандро. Он дал мне координаты. А мне почему не дал? Незачем было. А если было бы? Ш. Нажимная пластина. Алехандро сделал. Умный засранец. Там. Не двигайся. Кто здесь? Родольфо! Соуп! Гоуст! Вы живы? Так точно. Рад видеть вас, амигос. Взаимно, амиго. Неплохо. Где вы были? В бегах. Я был в бегах. Гоуст меня ждал. Это нормально? Нет. Да. Мы же команда. Все мы. Я должен все исправить, и мне нужна помощь. Один в поле не воин. Почему Грейс предал? Мы этого не знаем. Лас-Альмас купит любого. Но не нас. Пока что. Генерал Шепард, Ласвелл и все остальные, кроме нас троих, считаются врагами. Угу. Но есть исключение. Алехандро? Его нужно вернуть. Идем. Грейс держит его здесь. В своей личной секретной тюрьме. Мои бойцы тоже тут. И как им помочь? Вломившись туда. Вот за что я люблю Гоуста. Этого явно не хватит.
Есть еще. Хорошо. А как? Нам бы еще тачку. Лучше бронированную. Алехандро все продумал. Это уж точно. Поможем им. Старая тюрьма находится в глухом углу возле Лас-Альмаса. До картеля это была колония строгого режима, теперь она закрыта. ВПП там нет, припасы перевозят на вертушках. Подъезжаем к периметру и готовимся ко входу. Вот здесь. Увидим на вышках часовых, снимаем их. А потом лезем на стену по тросам. Как насчет камер? На посту охраны есть видеонаблюдение. Используем их, чтобы найти Алехандро и прочих. Разделимся и будем властвовать. Пока Руди ищет Алла, я сяду за камеры и помогу Гоусту заложить заряды. Саботаж и диверсия. Неплохо, Джонни. Я учился у лучших, лейтенант. Когда найдем Алехандро и Лос Вакерос, соберемся и выпустим их. Мы приготовим оружие для моих людей и с боем пробьемся наружу. Вопросы есть? Чего мы ждем? Грейвс перекрыл улицы. Снаружи будут патрули. Еще бы. Снаряга? Оружие, патроны, заряды в мешках. У меня линемет. Жумары? Есть. Есть. Надеюсь, Алехандро жив. Уверен. За мной. Налево. Тропа. Пойдем по ней.